Этот удивительный европейский город пережил многое. Его не раз пытались покорить и разрушить. Но как птица Феникс он возрождается, продолжая оставаться прекрасным, неповторимым, открытым и радушным. Именно здесь, в столице Польши, в Варшаве, был открыт новый офис Coral Club. Долгожданный дом для сильной польской команды дистрибьюторов, для друзей и ценителей здорового образа жизни, а также для всех, кто принимает и разделяет ценности компании. Брак слов, просто брак слов. Эмоции припоминают каждого человека из нас, тех 60 особ, которые приехали туда. Так же, дякуем вам еще за пенький форум, ну и за вашу працу, которая тоже впадает тут, в Coral Club. Новые золотые мастера компании «Коралловый клуб» Татьяна и Андрей Кожушные. Coral Club dla mnie jest pewną perspektywą na przyszłość. Jest możliwościami osiągnięcia dobrego stanu zdrowia, takie dla mnie osobiście, jak i dla rodziny. Daje spokój, jeżeli chodzi o zabezpieczenie finansowe również. W Coralu działam od około 1,5 miesiąca. Jestem bardzo zainteresowany i chcę zmienić swoje życie. Jest u ciebie мечта, którą ty chcesz spełnić w mieście z kampanii? Marzenie, no na pewno pomóc jak największej ilości ludzi. Так, хиба то есть моё мечтание, чтобы просто помогать людям. Уже не первое событие компании Coral Club, когда поляки во главе со своими неоспоримыми лидерами Татьяной и Андреем Кожушны буквально взрывают зал. Так было на «Золотые для золотых» в Черногории и Турции, тоже произошло и на Киевском форуме 2013. Это замечательная команда сплоченных людей, которым интересно жить и работать вместе. Они настоящие мастера своего дела, изменившие свою жизнь и помогающие сделать это другим. Dla nas nowe Coral Club znaczy nowe życie. My wszyscy 6 lat temu żeśmy sobie to życie całkowicie zmienili. I dla mnie produkty Coral Club to jest powrót do zdrowia, jeżeli ktoś jego nie ma. Albo utrzymać zdrowie jak najdłużej, jak najdalej, jeżeli ktoś jest zdrowy. To znaczy dla wszystkich. Zaczynając od matki w ciąży, która nosi to drugie życie i od samostarczy. Kompania przyszła nie na rok, nie na dwa, a na całe. I życzymy wszystkim, żeby taka obsługa, jak jest w Coral Clubie w Polsce, w Warszawie, żeby była wszędzie. Biuro, ludzie, wszystkie to produkty, to jest super. I to tylko w Coralowym Clubie. I вот новый долгожданный офис. Традиционно открытие началось с торжественной части. Вице-президент компании Казар Меграбян и генеральный директор Эрик Меграбян вместе с ведущими польскими дистрибьюторами перерезали красную ленту, ознаменовав новую веху развития Coral Club не только в Польше, но и в Европе. Современный дизайн, просторное помещение, профессионально работающий персонал, наличие востребованного продукта – все это незаменимые атрибуты офисов продаж Coral Club. Настоящим подарком от варшавских друзей стал гимн компании, исполненный на польском языке. Это показатель, насколько близко восприняты этими дистрибьюторами идеи и философия нашей компании, концепция здоровья, возможность использовать Coral Club как инструмент для изменения к лучшему своей жизни и жизни близких людей. Добро пожаловать в Польшу! За 3 лета, как будем платить новыми мастерами, то будет форум в Польше. Удачи, успехов, процветания Польши и Коралловому клубу! Очередная ступень в международном развитии компании пройдена.